прошлом году в центральном сквере Волоконовки высадили море тюльпанов. Старые луковицы сохранили и добавили к ним еще порядка 11 тысяч новых. Для местных жителей это особенный цветок. Есть легенда, что в каждом тюльпане хранится счастье. И когда расцветают бутоны тюльпана, оттуда вылетает счастье. Чувство радости и гордости, что наш Волоконовский район – одна большая дружная семья, которая умеет хорошо трудиться и всегда чувствовать плечо друг друга. Общерайонный день высадки тюльпанов объединил трудовые коллективы и местных активистов. Старшее поколение без песни никуда. Парня полюбила на свою беду. Ох, не могу открыться, слов я не найду. Соло в исполнении Надежды Алексеевны Принцевской, родной сестры автора волоконовского герба, того самого с тремя красными тюльпанами. Глядя на них, Надежда с теплотой вспоминает брата. Еще маленьким рисовал карты, рисовал начало той войны, рисовал иконки соседкам, старушкам. Память оставила себе. Теперь везде, куда ни глянешь, везде герб. Это гордость наша. Участие в акции приняли все сельские поселения. В Волоконовке высадили более 53 тысяч цветов. Луковицы в парках, вдоль улиц, на территории частных домовладений. Всего же весной тут расцветет более 130 тысяч бутонов. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на Мире Белогорья.